Занятие в Ямбургском зале Киокушин карате начинается с приятного момента. Два работника «Газпром добычи Ямбург» успешно сдали тесты и повысили свой ученический кю. Церемония награждения стала не единственной отличительной особенностью этой вечерней тренировки. Кажут, смотрите, положение спины держите как можно прямее. Мастер спорта Андрей Дунов продолжает знакомить жителей вахтового поселка со статодинамикой, известной также как оздоровительная система Виктора Силуянова. Семинары будут проводиться регулярно. Если прошлый семинар был ознакомительный, познакомиться с этой системой, то данный семинар уже будет носить такой более прикладной характер и покажу, как он может быть включен в состав тренировочного процесса. И причем это не только может быть карате, но и любое спортивное направление. Гибкость, сила, скорость, выносливость важны во всех видах спорта. Для развития каждого из этих качеств есть свои техники. Одна из методик силовых тренировок и улучшения восстановительных функций организма – статодинамика. Она позволяет включить в работу мышечные волокна, которые при классическом выполнении упражнений не участвуют. Система не имеет своих ограничений, она для всех подойдет. Для любого возраста, любой степени подготовки. Разница лишь в объеме. То есть спортсменам нужен больший объем выполняемых упражнений, а для неподготовленных людей меньший. Но здесь уже каждый под себя выбирает тот объем, который для него будет оптимальным. Элементы статодинамики можно даже включить в ежедневную утреннюю разминку. Для мышц и суставов это будет как пробуждающий глоток кофе. Отдохнули буквально секунд 30, сделали другое, перешли к третьему. И вы почувствуете, этого достаточно, чтобы организм проснулся. Для получения стойкого результата Андрей Дунов устраивает своим ученикам полноценные тренировки по статодинамике на постоянной основе. С возрастом очень не хватает именно подвижности. Начинает сковываться организм, и это очень существенно. И именно вот на статодинамике происходит вот это вот как бы раскрытие связок, мышц. Люди спорта уверены, что эффект могут дать только регулярные занятия. Поэтому обучающие практические семинары по статодинамике для ямбургцев продолжатся. Нелли Хайрутдинова, Денис Курдаков, Ямбург.